Ребята, мы на утренней рыбалке, и у нас плавают. Пробуем поймать судака, но не получается. Рыба плещется, в любом случае стараемся. Также у нас по соседству Стас Гордеев. Вон они. Они поймали двух штук, по-моему, если не ошибаюсь. Так, давай, братан, клюй. Ба, как его кусали. Глубину прибавлю маленько. Ну, вот это, как там плещется-то вообще? Да, кстати, здесь прям вообще. У тебя клюет. Нас у Матвея повело. И опять... Хороший был матерый карасик, Матвей. У него, видишь, вот сейчас маленькая глубина клюет. Так, что, шаричек? Так, пробуем. Подсак туда! Окунь. Вот это. Это карась. Лопата, да. Лопата. Просто знатный карасик. Батюшки его. Ребят, смотрите, какой карасик. Астраханский. Жалко, он не в приоритете, да? Лопата. Ну, тут тренинг грамм 700. У меня вот красноперка идет. Молодой красноперчик. Ну я ставил, но не попадает. И смотри, он на этот, на парыш. Ну он там. А может и карась. Карась? Да, кто же. Михаил Карасев, что делаешь? Ловит. Да, карась. Ловит знатных карасей. Опять что ли карась? Да, кто? Хищника и воду, и окуня хорошо. Такого живот, как вот этот вот карась. Тебя повело. Клейк. На няньке сейчас крупнее ловится. Красноперка. Красноперка опять? Да. Да вообще. Там вот. Красноперка, блядь. Вот Матвей, вот, братан. Красавчик. Опять Михаил карасей таскает. Или чего это? Ты чего там держишь? Да конечно, карась. Астраханский огромный карась. Не карась, красноперка.
давай. Есть, ребята. Такая, ребят, красноперочка на червя. Красота. Есть, ребята, еще одна. Опа, есть. Красота. О-ля-ля. Ты думаешь, у него там прикормка работает с его стороны? На червя? Да, обычный червь и шарик, кстати. Шарик дает о себе знать. Вот их со дна берешь. А, смотри, что. Жерешок. А, нет, это вобла. Вобла? А, это вобла, да. Смотрите, какая вобла. Вырежешь потом. Вырежешь, да, вырежешь тебе уж. Пожалуй, сам главный герой. Вот, ребята, вот так вот у нас выглядит. Посмотрим, что получится. Время еще просто обед. Мишкин прикорм работает идеально. Прям в коряшках буквально. Есть ни одной красноперки. Смотри, а это кукурузу ловит, мальчишка. Так, а у тебя что? У тебя разнорыбится вообще. Блин, ну все равно уже разнорыбится, это хорошо, братан. Нам вообще все равно. Ну червя объедает вообще прям за 2 секунды. Да, червя быстро. Опять красноперк, красавчик, хорошая. Недалеко. Опа-на! Там больше, да, настой. Есть, ребята, еще красноперочка. Красота. Нет бензина у нас. А у тебя там что, красноперка? Не знаю, короче. Нет, красноперочка. Покрась, ё-моё. Карасик. Уже карасик поднадоел. Вот это Матвей. Красноперочку достал, красавчик. Батюшки. Решил проверить. Просто поднял. Ребят, смотрите опять. Красноперочка! Какая! Красота! Поплыл. Ух ты! Карась? Не знаю. Ну что-то хорошее. Он тебя всегда преследует. Это я в этот раз буду. Да, вот карасик. Всем карась, карась. Чего прикольно у тебя? Я только закинул, сразу привет, смотри. Ну это плотва, наверное. Это реально, потому что, наверное, там прикорм пропустили. Тихо. Ну это был, блядь, прям матерый карась, я вам хочу сказать. Ушел? Килошка, наверное. Килошка, хороший карасик у нас был. Итак, ждем, у кого же первый клюнет. Ну, конечно же, Михаил карась. Заветный его карась. Так, у Матвея попалась рыбка. Вот это загиб, вот это игра. Смотрите, ребята, какой загиб. Вот это карась. Карасик местный. Какое элегантное вываживание. Красавчик. Без резких движений. Принимаю. Молодец. Итак, очередной карась. Михаил Первак отличился. Отличился очередным карасем. Красавчик. Он бережным движением забирает леску. Вот он наш замечательный астраханский, друзья. Заметьте, астраханский. А чем он не от астраханского отличается? У него во рту вон этот пипка торчит красненько. Смотрите, ребята, какой красавчик. Михаил, расскажите примерно, на сколько грамм он?
Можно сейчас, вам помочь? Сейчас завешу. Грамм 450-500. Думаешь? Верю. А если мы вас проверим? На тебе. Спасибо большое, Михаил Пирогов. Итак, Михаил, давай подводи потихонечку. Мне кажется, они все на одно лицо. Ну, стандартный вывод. Точнее, стандартный размер одного вывода. Упирается, упирает снова у нас в бою с Михаилом Перваком. Астраханский карась. Где? Вон он. И Михаил Первак. Итак, достаем. Михаил Карасев. Грамотно опустил садок и продолжает дальше ловить. И снова карась. Просто в дугу. Наглись. Как на подбор. Михаил Карасев делает шоу. Непрофессионально было. Оба-на, вот он, красноперчик. Матвей у нас тоже отличил. Поднимай его давай. Сколько его там раз вообще? Опять карась. И снова в прямом эфире карась астраханский. Чего ты, дотянешь что? А вон такой. Такой же? Мне кажется, уже побольше. У нас Михаил просто отрывается по карасю. Красавчик. За 1200 километров приехали ловить карася. Ну а почему бы и нет? Нет, это покрупнее, как будто бы. Да, я говорю, он покрупнее. Сражается отчаянно. Сражается. Закидываем. Заново закинул. Молодец. Опять? И снова карасик. Судак на макуху уже. Нам, короче, карась вообще не дает рыбачить. Сразу клюет. Это покрупнее. Крупнее будет. Полный садок карасей. Куда вас, братья? На сковороду узкая. На сковороду? Блин, хороший, реально хороший. Сколько в нем грамм? Грамм 600-700.
Это, наверное, самый крупный даже садок. Все, там место кончилось. Полный садок карасей. Ребят, там какой катер у нас летит. Лодочка на глисе. Просто огромный корабль. Конечно, проткнуть он может кого-нибудь. Таких промыслов, мне кажется, вообще. И сейчас вот к нам идет волна, друзья. Пошло, 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 жара. Так, ребята, сколько мы поймали? Полсадка всего лишь. Нашел? Давай. Поднимаем, поднимаем. Вот это да. Столько рыбы поймали. Вот это да. Ребята, столько рыбы. Я никогда не видел. Че у нас там? Также мы, ребят, смотрите, наловили. Вот у нас садочек. Только сейчас приплыли. Это все со вчерашнего у нас карасики там. Матерый. Так, ребят, мотор завели. Плывем. Попытать свое счастье. Другой берег. Поймать сазанчика. Может, другую рыбу. Но день открылся. До этого у нас был дождь. Там такая непогодица, ветер. Сейчас у нас просто, ребят, штиль. И солнышко светит. Друзья, приплыли, выбрали место примерно над под этим бережком. Тут у нас ребята хорошо отрыбачились, так что мы теперь тоже попробуем здесь порыбачить на кукурузу. Может, нам что-нибудь да повезет. Сейчас насадим кукурузы. Вот, вот так вот примерно. Ну, будем делать заброс. Поклевки. Какие поклевки были, друзья. Сейчас подтянем чуть-чуть. Непонятные. Так, мы с тобой нам зацепились. Братан, 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 братан. А, вот они про эту бровку говорили. Отборная густерочка. Оба, ребята, и у меня. И у меня рыбка. Ребята, вот у нас какая рыбка попалась на кукурузу. Так,
забрасываем дальше. Чего, Мишка, у тебя есть тоже? Мишка у нас траву тащит. Вон, рыба же, что какая трава? Так, ждем дальше поклевки. Матвей, аж двоих, дуплет. Один упал. Красавчик. Да, ребята, кто-то есть, по-моему. В траву. Эх, маленькая густерочка. Есть контакт. Забрасываем. Так, ребят, поклевка. Есть. Вот уже кто-то посильнее будет. Вот тут, стой. Куда? Вот это да. Поднимайся. Оп. Тихо. Тихо, братан. Сам боюсь, подожди. Тихо. Куда, братан, пошел? Карась? Сазан. Взял? Фух. Красавчик. Вот он. Сазанчик. Ребята, красота какая. На кукурузу. Ребята, очередная поклевка. Идем, красавчик. Тихо. Нет, скорее всего, это просто бровка была, а там мелочь. Ну, клюнуло знатно. Тихо. Ух ты, карасик. Наш братан. Давно не виделись, братан. Ух. Это уже да, это уже не сазань. Вот он, красавчик. Как же ты заглотил, братан. Вот такой карасик астраханский. Трава, говорю, как ты любишь. Чего, по ощущениям как? Да, карась. Ребята, рыбалка супер, все приезжайте в Астрахань. Карась? Ребята, какая рыбка. Опа, есть. Ребята, начал просто проверять, и мне кто-то попался. Кто это? Карась, что ли, ё-моё. Да. Карась. А он бедолага клюнул. Ой, какой карась. Карась-то карась. Ребята, смотрите, какой астраханский хороший, большой карасик. Вот такой, друзья, у нас часовой улов. Что, конечно, все караси. Держи, мой друг. Ну ничего. Не зря плавали. Так, ребята, мы приплыли с рыбалочки. Сейчас будем делать овощное рагу.
овощи помыли. Также у нас сейчас варится баранина. И потом будем все добавлять постепенно. Так, все, режем овощи, ребята. Дорезаем баклажаны. Потом будем резать перчик. Так, начинаем перчик. Так, режем картофель. Так, теперь режем на 4 части. Так, режем лук. Так, режем помидор. Так, сейчас обжарим лучок, помидор и болгарский перец. Минут 5-7. Все добавляем. Лучок. И также помидор. Все, теперь это обжариваем, ребят. Посолим. И также заново перемешаем. Поджарочка готова. Мы ее пока снимем. Поставим заново казан с мясом. Добавим чуть-чуть воды. И добавим нашу картошечку. Также баклажаны. Теперь добавляем нашу поджарку. И размешиваем. Смотрим, что у нас получается. Так, все варится. Сейчас все размешаем. Такое у нас получается рагу с мясом, с бараниной. Пускай все варится дальше. Итак, ребята, наше рагу готово. Мясцо. Как положено, сейчас по рюмочке тяпнем, арбузик. Ну что, тост, говори. Тост. За карасей? Да, придется запикать. Ладно. Тост хороший, но запикаем. Ты запикай, а карася оставь. Там все поймут. Да, реально, карась, блин, просто задрал. Будь здоров, карась. Итак, ребята, доброе утро. Выплыли мы опять на очередное наше место. Мы ловили хорошо. Карась у нас шел, сорога. Матвей у нас там встал. Сегодня погода, ребята, изменилась. Сегодня последний день. Вот у нас напротив стоят с базы. Приплыли. Так что пробуем. Прям прохладно стало. Ушки маленько прям мерзнут хорошо. Опа, есть. Есть, друзья. Блин, там бровка. Кто-то есть. Мелочь, наверное. Ловим на кукурузу. Вот очень. Кукуруза нравится нашей густере. Сазанчик вчера небольшой попался. Мы его, кстати, отпустили на волю жить дальше. Вся остальная рыба тоже попадалась. Вот такая же густерочка. Она. Сегодня плоховато, конечно, клюет, друзья. Вчера было солнышко, прям хорошо. Сейчас ветер, пасмурно. Возможно, будет дождь. Так, закидываем. Так, решил маленько подальше. Что-то у нас, ребят, клев не хочет идти. Карась? Смотри, карася поймал. На поплавочную удочку. Ну, уже интересно. Игорь, что такое? Окунь. Это поклевка была, аж удочка слетела с аргатовлина. Что-то, ребята, плохо. Что такое?
я, что тебе не нравится? Так, ребят, сейчас попробую бутербродик сделать. Парочку кукуруза. Как раз у нас последний день еще не остался. Прям денечек испортился. И все. Поклевки тоже испортились. Че? Смотри, опять окунь. Хороший, кстати. Вот это да. Пока я вижу снасти у нас Матвея кто-то клюнул на сигнализатор. Очередной карась. Да, карасей здесь очень много, друзья. Здесь просто тьма. Вообще нам не дает рыбачить. Просто забрасываешь. Сегодня еще даже он не активен. А вчера даже ребята вставали и на русло. Просто не давал он постоянно. Клевал и не давал другой рыбе подойти к наживке. Ех ты, какой карасик. Вот Матвей на макуху поймал. Карась так карась. Вот это прыжок был. Это карась опять? Блин, не успел я включить камеру. Вот это прям просто он. Такую свечку, как щука, просто сделала. Что-то хорошее. Опять карась. Да. Да. Опять мелочевку, друзья. Крупной вообще нет. Такая у нас рыбка поклевывает. Матвей опять что-то попался на макуху. Даже не карась. Да, день вообще какой-то испорченный сегодня, друзья. Фидер вообще не активный. Кидаю и туда, и сюда, и посередине, и ближе, и дальше. И не хочет он. А если попадается, то попадается прям мелочевка. У нас Михаил уплыл. Попробовать на хищника. Надеюсь, у него что-нибудь получится. Я пока сижу у нас. Матвей, как всегда, отличился. Рыбалка. Опять к нему попался. Карась, по-моему, не вижу. Карась, Матвей. Вон, ребята, какой сазанчик попался Матвею. Пока мы сидели, тут у костра грелись. Это уже... килограмм, наверное, поболее даже. Красавчик. Хороший сазан. Что, дорогие друзья, наверное, все. Наша рыбалка заканчивается. Сегодня у нас последний день. Буквально сейчас вот ждем Михаила. Нас заберет. И поедем собираться домой. А завтра с утра уже будем выезжать. Я сижу, вот греюсь у костра. Вот и там рыбачит. Помаленечку наловили, вон целое ведро, ребята. Давайте вам покажу. Много мелочи, много карася. Вот, сазанчик попался у нас. Вот Матвей стоит. Так что испортился. Кто были до нас, уже все уехали. Так что мы тоже, друзья, будем сегодня собираться потихоньку. Вот так вот, ребят. В общем, отдых прошел нормально. Отдохнули, как говорится. Ой, порыбачили, поклевки увидели. Немножко рыбу с собой заберем. Мелочь отпускали. В общем, все нормально прошло. Все, если вам понравилось видео, поставьте палец вверх. Вот. И подписывайтесь на наш канал. Поддержите нас. Всем пока.